Красота! Вот это снегопадище, 26 октября. Ух ты, елки, 17-й год, Харьков. А мне понравилось вот это. 16:40 по Киеву. Вот это. Вот это я пришел. А ну давай сюда, старушка. О, да тут можно проехаться. Лё! Вот это да! Смотри, не грохни, сына! Вот это... Давай, держи руку. Нормально. Еще раз. Ты смотри, что творится. Вот. На горку так проехаться не получится. Гравитация будет против нас, сынок. А если просто вот там пройдем, а сейчас снизу. Залепило мне уже весь объектив этими хлопьями. Это же... Опа! Красотень! Так, еще раз. 19 апреля был последний снегопад 2017 года. И 20... Открой глаза, будет лучше. И 25... Ой, стоп, 25. 26 сегодня октября. 17 год. Первый снегопад. Мне снежок в глаза попал. Снежок? Это хорошо. Ой, еще один катамаран. Да стой, сейчас грохнешься, сын. Вот здесь осторожно. Здесь можно не только покататься, но и искупаться. Грохнулся таки, да? Скользкий снег. Скользкий снег. Ой, какой кошмар. Да, давай, валим на Ньютона, как на мертвого. Ньютон фейк! Ньютон фейк! Бедный. Поскорее бы. Стой, 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 стой. Да, красота. Ладно, хватит убивать фотоаппарат. Ой, первый снег всегда красотища. Пошли наверх, я сейчас. Погоди, я хочу тут вверх. Все сделай. Сынуль, шире шаг давай. Листья зеленые. По первому снежку. А ну-ка, погоди. Да, бедный фотоаппарат. Ну ничего, только из ремонта забрал. Ну дай посмотреть. Погоди. Ничего не видно все равно. Погоди, стой. Да что годить-то? Вот, что-то написано. Давай прочитай. Слеза. Скульптор Гурбанов. Ну чудесно.
Ладно, груба, но вот с натурщиком я бы встретиться не хотел. Ну, хорош. Да, у этого Нирбана хорошая фантазия. 26 октября, 17 год, Харьков. Нехоженые тропинки, 16:45 по Киеву. Пошли снежную бабу лепить. Погоди, знакомый. Сначала обязательные процедуры, сынок. Иду.